я вас прекрасно всех понимаю. Вы пришли не для того, чтобы мы решили какую-то конкретную проблему. Какую проблему? Проблема того, что вам надо набрать рейтинг перед областной думой. Да не рейтинг вот такой. Это у вас рейтинг, да у вас ниже плинтуса рейтинг. Рейтинг себе зарабатывать, вот и все. А рейтинг у нас был лидером по вымиранию. Слава Богу, значит, читает наши материалы, когда мы приглашаем на встречу. Да, поэтому они приглашают. Что вы сделали, Ольга Николаевна, для города? Я хочу, вы депутат местный? У меня точно такой вопрос. А что вы сделали для местной лидерации? Я рассказываю, подождите. Мы встречу объявили с жителями, вам вопросы задают. У меня вопрос, ко мне задали вопрос. Значит, работает депутат Государственной Думы, чтобы вы понимали, мы принимаем законы. Вот те законы, по которым вы живете или мучаетесь, я не проголосовал ни за один закон, который нарушил ваши права. Это моя работа. Это моя работа. Это главная задача депутатов Государственной Думы для того, чтобы мы принимали законы, по которым вам бы, в том числе Единой России, жилось хорошо. Хорошо, что вы сделали с прошлого года. Да не собираюсь я вам отвечать. Я сидела на запросе. Я пришла не отчитываться, а пришла по конкретным проблемам. Кто за то, чтобы здесь строился Академия футбола? Вот здесь. Ну а чего же вы говорите? Я президент Татьяна Саратов, не Кто за то, чтобы здесь построился Академия футбола? Нет таких. Но за то, чтобы не вырубали деревья и не строился здесь. Голосуем. Пожалуйста. Денис Иванович, может вопрос? Я не пойму, я думал, сегодня встреча или обсуждение по деревьям? Посмотрите, по деревьям вопрос решенный, я так понимаю. Тематическая встреча по парку. Ну, так его все отменили, решение. Кто сказал? В смысле, кто сказал? Грачев, нет, секунду. Отменились публичные слушания. Без публичных слушаний этого сделать невозможно. Как это? Публичные слушания должны быть. В смысле? Что? Они не завтра, они через месяц, есть порядок. Но их нет. Все. Я пришла выяснить. Да все писали, суд Денис Иванович сам писал, надежда стояла. Уже все отменили. Я не понял, тут орут они. Я имею в виду, что что мы обсуждаем тот вопрос, которого нет, реально. Это Балаковские вести, муниципальная газета. Да. Переход. 12 апреля публикует. Территория Академии уже выбрана, будут строить. Да. Дальше идет совет архитекторов, сгоняют администрацию. Было, я там был. Да. Они усердно говорят о том, да, все хорошо, да. Назначать публичку. Да. Публички не состоялось, они не могут по закону. Еще раз говорю, 28-го, 8 утра, я подаю уведомление. Это я помню. Через 3 часа просыпается Панков, видно, я не знаю, чего он просыпается. Хорошо, ну отменили же или нет? А официальный документ есть? А какой официальный документ, о чем? Отменить документ, статью в Малвестях или что? Документы о том, что будет, нет, и, соответственно, документы о том, что не будет, тоже нет. Это депутат себя так ведет, да? Ладно, я вот здесь встану. Вот, смотрите. Чего вы устроили тут? Вот он, нормальный депутат. Работать сначала. Я депутат Государственной Думы. Вы 5 раз сказали уже об этом. Нет, она сказала, депутат областной. Я поэтому управляю. Не надо, я его не буду раньше. А на вопросы вы не хотите отвечать? Да, не хочу. То есть вы не будете? Еще какие вопросы? Вы не будете отвечать? Я поняла. Чем она сейчас занимается? Отвечает на вопросы. Так она только что сказала, что она не хочет отвечать на вопросы. Отвечает на вопросы. Я же отвечаю на вопросы. Жители задают вопросы. Я одновременно не могу отвечать и на ваши, и я ответил на ее вопросы. Вот у вас есть депутат, да, Большая Дума, который по округу Патров. Я по Саратовской области, я по единому округу. И Быкова Труб, и Быкова Труб в том числе. Почему вот ваш депутат появился не раз за 4 года в селе Быкова Труб, там избрали депутата от Единой России. Там избрали депутата от Единой России. Подождите, я не являюсь депутатом. Что ты не сделал? Вам же объясняют. Там избрали депутата от Единой России. Появляются. Он сам там депутат местный. Там такая помойка, он ничего не может сделать уже 3 года. Он пришел здесь головой. Депутат. А какое у вас сейчас самое личное отношение к спецоперации России на Украине?
Вы поддерживаете президента? Мы за парк выиграли. Значит, это, я, на этот вопрос я даже не отвечаю. А почему вы не хотите отвечать? Потому что не хочу, не считаю нужным и не отвечаю. Я не хочу отвечать на ваши вопросы. Я лично поддерживаю. Вот сейчас выясняется, что все против выработки. Значит, КПРФ делает правильные шаги. Вы делали правильные заявления. Потому что мы подняли эту тему против выработки. Без вас подняли эту тему. Как это без вас? Да газета «Суть» раньше подняла эту тему. Мы ни при чем. СМИ подняли эту тему. Посмотрите, пожалуйста, канал КПРФ «Саратов». Зачем КПРФ «Саратов»? У нас в городе, я так раз знаю, кто поднял эту тему. Подняли СМИ? Нет. Денис Мамаев был далеко не первый. Мы подняли вопрос на... Это уже было после того, как начался шум, гам. В соцсетях, да, подняли СМИ. То есть вы сейчас получаете... Подождите, все хорошо получается, что... Что получается? Что народ вместе со своими депутатами отстоял зеленую зону. С какими депутатами должен Ну, здесь первым, кто, кстати, высказал против, Валерий Жорович Манукян, он из «Единой России». По очереди. Вот. Хотя это было до всех решений Панкова еще, так что... Местный депутат, вот ваш помощник по совместительству депутат также оперативно своим округом. Я вас тоже услышу. Оперативно, да, хорошо работает. А давайте по округу, по его всеместью проедем. Ну вообще, Спасибо, что посоветовали. Буду работать. Отчитайтесь, депутат Государственной Думы. Отчитайтесь. Вы пытаетесь здесь говорить о том, что вопрос не решен. Да, не ври, я никогда не увидела документ никак. Я вчера встречалась с врачом. Я ему спросила. Вопрос решен, он говорит, да, мы не будем вырубать. Но перед этим народ взбудоражен, потому что в СМИ была публикация. Отложено несколько мест, где могут люди проголосовать, сохранить или построить туда парк. После того, когда люди начали обсуждать, голосование это было или что-то, просто обсуждение, местные вот здесь вот собирались между собойчики, этот парк был в перечне этих мест. После того, как подали заявку мы на митинг, вдруг выяснилось, что нет, не будут делать. То есть не за день до того, как мы подали, а именно после того, как подали. Что мы не будем делать, совпадение может быть, не будем там строить. Спрашиваю, есть решение, что принято решение, что вот этот футбольный там клуб или там академия или как угодно будет строиться и названо место иное, чем тот, который парк. Нет такого решения. Поэтому пока решения нет, где будет строиться эта академия, вопрос завис. Здесь ли будет? Столько раз мы видели, когда власть, не перебивайте, власть. А что вы сделали? Да подождите, что? Что вы сделали? Я стояла там целую неделю. Много где стояла. Да. Когда власть. А я стояла. Еще раз дайте мне разрешение. Когда власть делает вид, что решение принято, все обсудили, но при этом идут с пилой и вырубают целые парки. Да Балакова это не пройдет. После этого не знаю. Да что не знаю? У нас Соловьев уже кладбище пытался продлить. Не вышло. Как могло произойти? Да, мы не выяснили, да, не уточнили, не те деревья спилили, эти случайно. Вот для того, чтобы этого не произошло, вы раз в год появляетесь, да? Я сказал то, что не надо срывать и отменить решение. Кто сказал и сделал, это разные вещи. Подождите, он сказал и сейчас отменили эту тему. Не видела решения. Как и решение того, что он будет, его тоже нет. Решение должно быть постановление. Постановление не есть. Но вы от партии КПРФ. Или нет? Я не состою в партии. Но вы же выбирались. Значит, вы обманули, что, избиратели получается? От партии КПРФ. Понял.